Здравствуйте, с вами Ксения Ракитанская, это проект «Скажите, доктор». Лишний вес – это не только эстетическая проблема, но и высокий риск хронических заболеваний. Существует множество диет, но не все и не всем они подходят. Серьезно в проблеме будем разбираться с врачом-хирургом Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Евгения Чучкалова Андреем Чавга. Скажите, доктор, что же такое ожирение? Ожирение – это значительное повышение массы тела. Как правило, это заболевание развивается постепенно, зависит это от многих факторов. Прежде всего, это генетика. Самое главное – это переедание. Но в запущенных стадиях, при запущенной степени ожирения, при третьей степени ожирения, тут в первую очередь, конечно, уже идет гормональный сбой и переедание. К сожалению, в таких ситуациях диета не всегда помогает этим пациентам. Ожирение – это одно из самых распространенных заболеваний в мире. Оно является поставщиком для различных заболеваний. Это гипертоническая болезнь, атеросклероз, ишемическая болезнь. Чаще всего сахарный диабет развивается как осложнение ожирения. Так что это бич нашего населения, который нужно лечить. Когда человеку необходимо обратить внимание на свой вес? Человеку стоит тревожиться, когда его индекс массы тела больше 40. То есть в этой ситуации уже что-то нужно менять, что-то делать, возможно, даже оперироваться. В норме индекс массы тела должен быть не больше 25, допустимо 25-30. Еще раз скажу, индекс массы тела – это соотношение роста человека к его весу. Если больше 40 и выше, то нужно обратиться к врачу. Какие методы лечения ожирения проводятся в вашем отделении? В нашем хирургическом отделении применяется самая распространенная бариатрическая операция в мире. Это продольная лапароскопическая резекция желудка. Она показана пациентам с индексом массы тела выше 40. Проводится удаление большей части желудка. Желудок остается в форме узкой трубки, тем самым уменьшается объем потребляемой пищи. Человек в течение дня кушает маленькими порциями по несколько раз в день, по 200-250 мл. Этот метод лечения очень актуален. Операция непростая, деликатная. Используется соответствующее современное оборудование, сшивающие аппараты линейные. Вот. Так что операцию нужно делать четко, чтобы все было хорошо. На сегодня у нас все. С вами была Ксения Ракитанская и это рубрика «Скажите, доктор». Если у вас есть вопросы к нашим врачам, задавайте обязательно. Пишите нам в социальных сетях, в группах ГТРК «Волга» или же на официальном сайте телерадиокомпании. Мы обязательно найдем ответы. Берегите себя, будьте здоровы!